На леди, значит, нужно бить трэш. Это самое основное здесь. На второй фазе... Ну, там, духов может хлопать, потому что они... АОЕ не дают по рейду. Только в тебя дают урон. Все, давайте, хилы отдыхают у нас. 4 хила, делать нечего. Давайте, 2 полка, блин. Да ты охренел, здесь очень плотно хилится вообще-то. Давайте, херачим. Сводим их в центр. Сводим в центр. Беги, малышка, беги! Так, я пока бегу там надолго. Грег, выбегай. Отпивайте ману хилы, Макгрегор в ДД. Так, трэш вроде выходит, да? 6 мобов, да? Так. Все правильно. Че ты гимнеты срываешься? Она их поет, когда контролит. Дайте бафы, че ж жадные-то все такие? Крифта баф, там, лапу. Хатей, ты в РК? Бомжам не дают бафы. Павы дайте бафы. Короче, чек на пул. Ваня 2 минуты отошел, ребро убили. Дверь открывает. Лол. Ну хватит так хватит, начинаем. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Я пока не могу использовать мою способность. И сейчас. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. О, отлично. Этого моба кайтить надо. Его тащить нельзя, он сильно бьет. Ты не в силах противиться моей воле! Своих не убиваем, а я стопы. Трэш вышел. Ты не в силу. Противи, довольно. Пришла пора взять все в свои руки. Выведи ее. Все, брат, тапки падали? Нет. Да, тапки падали. Отдал, так, короче, Конскюрит отдал. Можешь, он на офф, наверное, ролил. Конскюрит, ты ж на офф ролил? Можешь отдать пивоводку.
если там получаешь лут. Конскюрит, короче, сова. Все, надо отойти что-то дольше, чем я думал. Так, вроде хата 99. Рульте на танк. Пиво и водки отдать. Пиво, водка, рога первая пати. А че ты больше любишь, с тобой отдай? Там подписывай. Водка. И селёдка. Так, пошли на трэш. Ой, твою идею дракона, чтоб боя там не было. Перевести дракона? Нужно подойти поближе. Ман! По-братски иди сюда. Пап. Мам, дай водички. Да нет. По-братски. Подруги набирают. Наверное, хотят узнать, как у меня дела, что я делаю с собой, для я сегодня вечером. Знаю. Ты не свободен, у тебя ЦВК-25Гер, потом РС-25Гер, потом еще что будет. Так и не одна РС-25Гер, а 5 штук. У него одна, у него один пенс. Ну, блядь, дадим еще персов. Берите штрудели. Ну-ка быстро, все штрудели по 86 штук взяли, блядь. Маны им хватает. Я хочу больше. Почему нельзя? Больше нельзя, Войд запрещает. На корабль едем. Никто не нажимает нас рука. Еще не на корабле люди. Ранс надо взять всем. Я полетаю на тот корабль, Макгрегор. А, нет. Ну, блядь, Марлин, умеешь летать на тот корабль? Я пособираю трэш. Охеренно. Так, где ранец, блядь, ниже? Так, я на всякий случай взял, ты будешь летать, короче. Запустил. Блять, вы опять не забыли напомнить убрать этот лут. Ну ладно. Со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Так, Макгрегор, ты делаешь квесты, да? У тебя все есть охеренно там, да? Все кроме мозгов. В кукле ты не сидел, что да? Смотрите, когда как высоко я забрался. Боевой корабль Альянса! Ну ты типа, ты сможешь так же высоко забраться? Не. Я не вижу, где, я не вижу, где ты. Сейчас вы ответите перед солнцем. Смотрите, как у медведя прикольно, блять, этот сука ранец. Лол. Из жопы? Из жопы торчит просто. Летите, бейте этих дураков. Ну, трэш мишкой танчить одно удовольствие, бля. И смотреть, как ранец у него в жопу торчит. Он не мешает? Где? Ой!
У меня Сурфан Кагра сорвал, представляете? Вот этот моб, блядь. Чё тут удивляться? Что нормально? Чё там, добьёте? Нет, чё, блядь, не бьёте совсем. О, нормально. Сразу Сурка запускайте. Я цель с ачивкой. Так. Это. Запускайте Сурка. Ты не знаю, что тут надо кому-то, нет? Да, мне на танк. Рольте вот эту херню. Может пригодится кому. Бомжи есть? Давай, Зузу, тебе надо вот это, да? Давай, да, я танк-то собираю. Если никому не надо. Так, бисовый пояс. Чего? Это Мурлину, да. Так, я начинаю первый, короче, рост пула, и все пять на пулов, все на меня напуливайте, на Мишку. У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Два. Умер. А ну ой, ты глянь, какой из этих лучших, лучше наплечников? Ты чист. Сегодня для ДК. Ну конечно, второй. Который с камнями у тебя. Блять, ну вот это проникающая способность заклинания, что это за хуйня вообще? Я собираю ДК. Марлин, Таунтиш, Станиш, кто там еще? ДК, притяжки юзайте, блядь, не бойтесь. Бьет трэш все без исключения, блядь. Упадем, 100 кп нахуярит. Еще один трэш будет. Еще давай тебе частицу обновляй у меня. Еще третий трэш будет, будем убивать его. Через 10 секунд будет трэш, не успеем слить. Так, 5 секунд трэш, приготовились. Добиваем трэш и босса. Трэш сначала, потом босса. Давайте трэш. Так, воля.
кида... руки волю. Да, блядь, чеченец. Мы охеренно тебе везет. Мы похороним тебя, как подобает. В награде... Кто это такой чеченец, блядь? С матерью и предками. Я полагаю, что он из Чечни. Чеченец? Так. Идите в портал и стойте у портала. Я приведу Вальку сейчас. Это. Два завоевателя. Марлин отдаем. Так, сейчас прибегу. Если приведу Вальку, встали у портала все. К ступенькам сюда не подходите, встаньте назад все. Полагаю, Рамзан Кадыров для него не путает слово. Идем все ровно вперед, ни вправо, ни влево не сворачивайте, а то Валька забагается и будем бой скидывать. Ровно вперед пробегаем. Вот и тут останавливаемся, вот тут. Сейчас эта дура сюда прилетит. Ну-ка, а нет, ну передать есть. Передать есть. Алло, алло, меня слышно? Алло, да. Нет, тебе звони. А, блядь, я... это диск был? Ага. Бля, я на секунду завис, вас не слышно, я подумал, я деньги на нет не кинул. Потом я обновил страничку ВКонтакте и есть интернет. Бам! Хорош. Чума-деля. Надо давайте залетаем сюда. Дайте близко.
Блять, ты меньше меня дамажишь, это вообще пиздец. Пиши! Нужно подойти поближе. Назад ушли все. Теперь Ник Войт Старфол, но как-то твоей специализации не очень. Так Старфол не Старфол. У него best. Лучший в мире после Папича. А. Блять, вот у меня реально тут три кнопки всего, которые тыкать надо. Кожа. Сделай макрос, будет две. Так у меня и так две. Ну. Что там, размах, растерзать и этот вещи все стрёп. Вечер раз минутку кидать надо, но такое. Ты чё, оно по агро хорошее. Ну да, а вот теперь назад заходим все, откуда вышли, где этот круг лежит, врага. Пачки идут! А чё, диспарить никто не умеет, да? Не, хп он умеет. Уходим, уходим назад, ушли назад. Забираем модель. Сидим хорошо, в эдру. Кто не упадет. Ходил как-то в РС-25 в 3, в 4 РДУ, нормально было. Ходил как-то в 10 оп, в 10 дрейдов, тоже заебись. Ходил как-то в 10 оп, с 10 пидо... с 9 пидорасами, я был нормальный. Хорош. Девять. Не агрит никто ловушки, сейчас дурака этого убьем, блять, не бегите, не делать ничего. Ну сука, говорю, не агрит ловушки, он бежит агрит. Кулонга, как дела? Ну так, ну чё? Сюда мага, хохмачкала. Забирай, блять, Марлин, прелесть. Блять, меня съели. Давай, конскюрит, поднимай его в биз. Бижон, дал хорошо. Давайте захил. Долго буна. И можно. Что, беременная? Он главное ловушку сагрил, еще и напулил на меня этих дураков. Они меня, блядь, съели три вот этих стана подряд, блядь. Вредители в рейде. Три сяй, блядь. Давайте, блядь, бьем дураков этих. Вернулись обратно. Это три сяй, Клонга? Но. Клонга как фаланга. Клонга, блядь. Это он тебе за ону отомстил. Да, когда Робо его убил, да? Знает, как отпустить, да? 270 тысяч нес по нему. Ну давай, кулонга на рейндж, второй хант на рейндж, два шипа на рейндж. Почему не надо? Шпычка же. Диско? Нет, не диско. Как твой ник? Попался. Питкин или Зузудык? Зузудык или этот Ларач? Ладно, я понял, чек на сейчас подойдите мне в Викинг. Щенец твой ник, да? Блять, волю сролил. Да. Ну, мы без тебя убьем, если что, босс. Ну, поехали. Отмартила. Там еще ДК бегут, подожди, подожди. Блять, не успели. Нихер бегать. Мальчики. Фукашины.
Дайте Геру там, шаман. Да, дайте Геру, нормально будет. Не показалось ли 10 кадров? Блять, 8 кадров. Не сейчас. Я 8к танком даю. Там этот, ты по нему уешь. Не. Во сне что ли только если? Мне кажется, я, блядь, собой меньше ДПС даю. Чем мишкой своей. Какой-то гром гремит, когда вы напуливаете на меня. А что у тебя в записях там, типа, какая-то тёлка так кричит, типа? А, это истерия. Это жена. А что, в смысле, Антон такой, типа? Да, там какой-то Tell Me When, бля. Форти скинул, говорит, включи, настрой. Ну, кто хуйню там понакрутит. Tell Me When можно звук делать? Какой-то, ну. Там все можно делать. Тёпа, как раз есть. В смысле, в этом Tell Me When, который проки, шмоки показывает, можно звук настроить? Ну да. Типа прок, это он тебе будет кричать что-то. Оооо. А я только всем говорю, блядь, классный дом, жалко, звуков нет никаких. Забирай еще раз. Киньте внизу. Хотя взрыв, наверное, будет. Посмотрим. Так, кто на осколке первый? Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть... Кто на осколке, алло? Новости, он остается... А мне давай, ладно, возьми. Там на танка что-то упалывает. Да, грудь. Потрясающе. Давайте, осколок останется, походу, в боссе. Рольте все. Дайте его. Не повезло, как говорит Лана. Тебя не получилось, говорит Лана. Не повезло, она еще говорит. Рольте печать. Так, надо грудак этот кому-то. Давай. Кровь нужна кому-то. А что это кровь дают? Квест на ШМ. Нужен осколок кому-то? Кто-то ШМ собирает тут? Давай мне какую-то кровь. Давай ролить ее. Блин, нужна? Вам что тут там кому-то осколки не нужны? Представляешь? Тебе нельзя. Пипец. Блядь, Йоксель. Тебе нужен осколок, не? Вот, кровь могу тебе отдать. Короче, осколок... Давайте я вместо Роги на ретрика зайду, хоть осколок. Не, дай мне этот осколок, ой. Да как он тебе дастся, если у тебя квеста нету, блядь? Чё ты такой непонятливый? Ну непонятливый. А вот, давай вместо Роги тогда на ретрика зайду. Давай заходи. Хоть у нас как раз ретрика не хватает. Давай заходи. Давай. Офигеть. Где брать этот квест, скажи мне? Где-то внизу там, на первом этаже. Могли бы сумануть меня. Ставьте шкаф, сейчас зайдет на ретрика, пацан. Давай портуйся и заходи. Долго заходи. Бахните. Мага.
Короче, этот... Погружаюсь. Давай, прогружайся. Дуду типка дал ассиста, а ты ду минутку био. Возьмешь пацана ретриком. Маги, дайте порт вдал. Ребята, сейчас можно выставлять сердцев на продажу БЛК? Благодарю. Не, нельзя. А как купить, получается, сердце? Кого тебе надо? Да, да, Джерри запрашивал Вара. Ну, только с рук или там на левых сайтах каких-то подозрительных. Ну, там лучше не брать. Подозрительных типов. Кого там вчера Слава кинул на эту на чешку, девочка это как ее там, Пал? Анорексия. Анорексия, короче, мне зачесывало, что типа на форуме есть херня, типа ГМы могут перенести перса тебе, а бонусы с твоего счета списать ей. Что-то в этом роде, кто не знает? Я не знаю, но она честная. Мне кажется, что ее никто не кидал, она не писала, что ролит на Холика. Ну, это я образно, киньте, да. Платье ЦЛК. С гильдии плюсовал, и все, все отошли. Слава отошел. А вы на ком? Он же кому-то помощника давал. На ком вы, ребята? Киломорт. А, да Дуду типка сейчас же. Помощник. Блять, вот нельзя оставить на секунду рейд. Где там плюсуй? Архион, да. Чё это там еще? Ретрик, да? Там нормально. Холик есть на Вальку, да, еще? Да. Так, сумонили, чек на пол. Ой, там какой-то парень с Беларуси просит вас выдавить тебя баф. Баф, дайте, пожалуйста, каску, кулак. Что надо? Какие бафы распределить? Ну, волшебно, вот когда Археонда не было, бафал кулаки кресты, Марлин каски. Сейчас Археон будет кулаки бафать, а волшебно кресты. Начинаем. Забирать будешь на девятом стаке, Марлин. Сначала божественную защиту нажмешь, а потом уже даун. Чтоб не сдох. Марлин, не резонок, ВРК. Марлин, ты в РК? Так бафни каску по людям, что ты делаешь? Сейчас стоишь просто, так. Хант вон слева от тебя просит каску. Давай, если он, блядь, еще напишет что-то, что бафов, ой, я ебану тебе ГП. Центр Тимс. И напишите в ПМ кто-то Трисси, что Марлин отвечает за каску. Пусть жалуются на него. Реги закончились у него. Напишите Трисси, что реги закончили. А, ну он должен меня в РК стащить. Подкупил. Божественная защита там, красава. Хилим сейчас с Марлина сильно. Ебать, я успел.
Странно, вчера пристом без тучки даже выжил как-то без таков. Без дефа. Там по читкам бывает, типа, ну хватает. Если ДЦ особенно кидает щиток, ты не убираешь. Это от фарма, потому что там снижен урон покупает, ну. Да, боже. Тапки. Надо кому-то шея вот это. Ставьте... Я его даже это. Чувствую. Блять, как он называется? Шкаф на ивенте. Перчи бисовые роли. Кольчуга вот эта нужна кому-то? Значит, Мурлин, ты бегаешь просто в танке. Макгрегор, лезешь в куклу. Там есть такая кнопочка, смотри. Ну, ты знаешь, как лужи пить, да? Да. Красава. Ну, если что, вот я напомню. Вот единичку нажимаешь, да? И вот ты когда в кукле стоишь, вот так вот дрыгаешься, типа, в луже. Угу. Ты охеренно быстро будешь пить. Все, чек на пул. Человек делает... Это, стоп. Этот, короче, как только появляется, да? Зеленого первого красный не замедляешь. Его, как только он уже появился, я его могу. Да, как только. А красный, как только он появился, я уже могу кидать вот эту залупу, да. Замедлять. А на двойку, да, это херня? Ну да, там прочитаешь. Плевок. Когда на. Все, понял. Красного замедлишь, дальше там 100 раги накопишь, и через зеленого, типа, это. Ну, дальше как типа нажмешь свою хуйню, дальше это самое, блядь, будешь всех слизней замедлять. Все, это начинаем. Ого. Он великий в зеленого дефца возле куклы. Лики, продолжаем зеленого бить, РДД, все в зеленого выбираем. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще... Встали в медведя, встали в звезду, блядь, не вокруг, сука. Не вставайте вокруг, блядь, в одну сторону отлетаем. Вот стоим, ждем. Добили. Вот, я вижу. Сейчас будет красный замедлен. Я смотрю, у вас привычка хороводом вставать возле зеленого. Замедляй красного, прыгай.
бьем все красные, милики пошли красные. Стелба в два раза нажал на эту, два раза стелба. Колба секунда, осторожно, под боссом не стоит. Колба. Сейчас будет зеленый. Встали сюда. Зеленый. Сбегайте. Сейчас выберет цель и сбегайтесь. Встали хороводом. Добили зеленого. Вот. Чё ты прокричал свою куклу там, это самое, шея? Алло. Еще нет. Так а что ты, ну, блядь, в небо смотрел? Красного только замедли, уже не жми сейчас, замедли красного, потом собирай и зажимай. Да, не жми сейчас. Красного плюнь и потом собирай. Друиды, омоложение, буйный рост на куклу. Замедлил, сейчас выбери цель. Красного все играем. Милики пошли красным. Милики пошли красным. Пей лужи на сотку быстрее. Давай на сотку. И быстрее делай это. Быстрее пей. Сотка и жми. Жми хуйню свою, блять. Быстрее нажимай. И пей лужи потом две эти. Быстро лужи иди пей. Разворачивайся лужи пей. Быстрее. Вторую пей. Идеали в зеленого сейчас плюнь. Подобивай быстрее, сейчас переходка будет. Ну, блядь. Сбегайтесь в черепок быстрее. Блять, охуенно. Осторожно лужи. Сейчас смотрите. Возле зеленого стоим, так как мы все здесь, блядь. Бьем зеленого сильно. Давайте. Зеленого сильнее. Давайте рост. Блять, красав. Так, выходим отсюда. Уходим оттуда быстрее, мили. Сейчас этот придурок придет сюда. Дальше еще проходим. Так, востак. Все, Марлин кончит. Так. Схильте в Марлина сильно. Так, дивана нету. А я могу взять, если этот. Я там шмать, короче, мне. Можешь, в принципе, под незыблемостью потанчить. Давай на 4 заберу. 2 стака пишу. Я забрал. Зачем сейчас, блядь? Кто тебя просил? Че, у тебя незыблемость? Ну танчи. Бейте босса сильнее. Как неожиданно. Блядь, че вы умираете-то, блядь? Марлин, забирай, пока на тебя стаков мало. Бейте, на 4 заберу. Бейте босса сильнее. Марлина, хильте сильнее. Если он умрет, босс отхилится. На 4 заберу. Убиваем этого дурака. Я пока не могу использовать эту способность. Интересно. О, как неожиданно. Новости, народ. Похоже, у меня ничего. Надо кому-то это дерьмо. АДК носит это? АДК? Или ДК, ДК, да. Ладно, на. Да, типка же штуку 5 на трансмут забирает. Так, завоеватель вроде. Чё, не надо завоевать? Отдаю Марлин. Покоритель рольте. Идём на совет. Сделал квест, да? Успел? Да. Блядь, все охуенно, я просто долбоеб что-то щелкнуло, я два раза плюнул. И поэтому рага вся эта где пошла. Я так и подумал. Сейчас я пока сдам этот квест.
Мне сейчас, может, еще и голд дадут за выполнение. Много поднимусь, с баблу. Танки здесь, его здесь, погнали, лосово, пиздец. Так, контролить буду типка, конскюрит и оптимус. Подбегайте сюда. Так, Дуду Типка, твой кружок, конскюрит, твой ромбик, оптимус, твой треугольник, бить будем рослого. Подходите контролить, на счет 3 контрольте, 1, 2, 3, и за стенку сныкались, и сныкали. И убежали, блядь. Спускайте советника вниз. Типка кружок, конскюрит ромбик, а треугольник оптимус. Давайте контроли. Давайте контроли за стеночку. Взрослого бомбить. Блять, тактик идет. Месяц. Месяц устан.
Так, ману отпиваем. Сейчас вас там убьем, этих дураков. Я на двоих, Марлен на одном. Роги напуливайте на меня, Валанара, ханты Талдорама. Так, чек на пуль. Все, пошли по местам. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича! Теперь наши силы едины! Арсенал был досадным недоразумением! Сил Смир позволит Валдару свершить отмщение! Дядя, 10 кадров. Да не, я с собой тоже бы с десяточку дал бы тут. Сейчас. Ты ж кричал 18 даже в гере. Дал? Не знаю. Приятель нормальный ДК? Да, бис. О, бляха, муха. Голову ролим. Так, на трэше осторожно, одного моба убейте пока. Максимус, давай тактика и командира. На счет три. Бейте лосося. Давай, не, кому ты? Хуже. Паладины подходим, гнев небес даем. С лича шодыка носит, только глору эту, да? Бейте тактиков.
Тут надо сначала две метки убить. Кружок квадрат. Сейчас такая система. Все напуливают на меня. Макгрегор делает квест. Значит, Макгрегор с Мишкой в центр, все остальные стоят, курят. Отпивайте ман. Так, где ты? Макгрегор, значит, смотри, твоя задача. Запомни цель. Так, 4 хила. Смотрите за звездой. Вот, ну сам знаешь, там это самое панцирь, хуянцирь. Это. Значит, когда ты словишь эту херню, ты отходишь. Как баф этот кровавая херня метка. А подходит Марлин. Сейчас мы с тобой вдвоем бежим. Марлин за нами. Ну, типа, не рядом с нами. Так, чек на готовность. Не начинайте дамажить. Мне его сейчас бить? Да, тебе его надо бить, ЛПшки. А. И потом отходить. Вот смотри, мы сейчас идем с тобой. Идем, идем. Это было неразумное решение. Да, я отхожу. Все, отходи. Марлин, подходи. Вот, конскюрит укусит тебя. Я буду рядом с тобой тусоваться. На Марлина орехи дайте. Мне не надо. Значит, озвучивай, кого кусай, чтобы ничего проблем не было никаких. Хорошо. Три человека тебе надо укусить и ударить Лану после. Меня укусишь, Эмс. Хорошо. Так, укус получил. Буду кусать Дуду Типу. Мало поглощает на самом деле. Для ППГ хорошо. Гемолу по 2000 бьют. БКшные стейн. Медведем соло проходится просто на изи. Там плато. Все проходится, кроме рейдовых. Сейчас кого-то кусают, да? Потом еще два человека. Кусил тут усипку. Ну вот еще двоих. Не достаю. Слишком далеко. Теперь я знаю. Слишком далеко. Буду кусать ханта Кулонга. Земелю. Обратно пусть не передаст его, слава забьет.
Это он укус не передаст и меня убьет. Так, укусил, но мне 3 стака. Надо еще один. Блять, какой-то милик, рога какой-то вот стоит, по-моему, в луже. Почему? Да, стопать будет, нет? Да, стоп дамаг. Никто не бьет Валю, Синдру. Потом кусаю Оптимуса. Никто не бейте, стопнить дамаг. Обнулил рекаунт, сейчас посмотрю, кто не слушается. Блять, хильте танка. В лужу зашел. Начинаем представление. Никто не бьет, он летает, не бей. Ну, типка, не бей. Блять, 4 миллиона, вы вдвоем хотите убить? Какая жалость. Оптимус умер. Ученик. Я укушу за лур. Блять, а зачем вы танки кусаете? Вот что, мозгов нет? А грожи сбрасывается. Так, Макгрегор, ты укусил, ударь Лану. Да. Добивайте Лану. Сейчас еще упадете все, блять. Киньте речь. Только на мне этого нету дебафа. Да и похуй. Так, рольте. А это деканосит или нет? Не знаю. Все засчиталось. Ну на, поноси. Сука, не падает, не упал. Покоритель ролем. Пошли на Валю. Так, Ваня, тебе там что-то с Вали надо? Чердан. Да, не вроде могу зайти. Было бы неплохо, там каким-то подходом. Сейчас зайду. Пошли на трешак быстрее.